что нужно, чтобы было взаимодействие сторон, чтобы стороны устраивались. Вот, например, как Центральный федеральный округ, у нас было голосование из 17 наших областей, и Крюкова здесь вообще мы не видели. У нас победил Лунёв 11 голосами. То есть поэтому я вот хотел обратить на это внимание тоже. Конечно, мы этих вольных любого человека. Одного человека представляли или троих? Шестерых. Вы одного человека? Сколько человек представляли? Шесть. Мы представляли шесть кандидатов. Да не важно, кто победил. Мы не просили выявлять победителей. Нет, я имею в виду, что 17 областей, они выставили вопрос на голосование. И 11 не голосовали. Вы правильно сделали, но это, повторяю, мы... У нас процедура еще не другая. Я понимаю вас. Если у нас было написано, что представитель шефа определяется голосованием Шахматной Федерации областей, то мы так и действовали. Но сейчас тогда получается уже одна сторона Центральной федеральной округа, это не устраивает кандидатуру Крюкова? Потому что... Устраиваем или нет, потому что он был голосован. Поэтому мы не знаем, устраивает или нет. По крайней мере, не знаю, Степан. Московская область представляет, как будто они. Ну, вот 11 областей округа хотят видеть кандидата Плунева, президента Орловской Федерации шахмат. Для этого же у вас есть областная федерация, возглавляемая Владимиром Ильичем Афрамьевым. Вот. Нет, она не областная. Окружная, извините. Это другое. Вы просто спрашиваете ваше мнение. Мнение мы получили, мы его увидели. Ну, а как раз, собственно, из-за наличия вот у вас таких людей, как Афрамеев, мы, собственно, и пришли к идее об особенном президенте, потому что с ним работать невозможно. И он тоже избирается большинством голосов. Нет, он участвовал на голосовании, получил 6 голосов. Он не обещал, что он уйдет с этой должности, он ушел, а потом вернулся обратно. Я имею в виду, он сам тоже избирается почтовым голосом? Сам избирается. Ну да, но у нас есть этот вопрос, конечно, мы его решим обязательно. То есть эти же 17 человек не могут или 11 человек решить этот вопрос, да? Нет, знаешь. Или они в этом случае изберут Плунева, которого предложили представителям нашего. Это тоже нормально, я ничем не возражаю. Да, это ваше право. Но вы знаете все, вы же все знаете. Как там происходит? Это хорошее заявление, я все знаю. Но я еще не понимаю, что вы все знаете. Если не получилось демократическим путем, надо авторитарно решать вообще. Соответственно, есть два пути. Либо чтобы правление предложило кандидатуру списком, мы либо этот список утвердим, либо нет. Плохой путь. Либо второй вариант, если мы хотим более такой консенсусный вариант, то мы должны выбрать, извините, nomination committee, как это называется. Ну, конкурсную комиссию, да, из трех авторитетнейших людей, членов Совета, я надеюсь, троих мы сумеем здесь выбрать, которые должны представить этот список. Ну вот либо так, потому что вот мы сейчас реально услышали, что вообще происходит в федерации, в том числе придется этому человеку заниматься, кроме того, что написано в положениях, еще и каким-то образом регулировать ситуацию внутри. Ну, правильно. Да. Поэтому два таких предложения, не знаю, как... другого пути я не вижу. Коллеги, какие соображения по этим предложениям? Ну вот не знаю, конечно, по поводу, допустим, Москвы и Петербурга, действительно, поскольку есть взаимоотношения между одной федерацией и РШФА, может быть, СИП тогда стоит отказаться от представителей, потому что тут не с кем умиротворять отношения. Надеюсь, я думаю, что вы договоритесь. Что касается по другим регионам, ну, действительно, есть пункт 5.1 положения, сейчас мы его утвердили. Примите решение руководителя, внесите на совет тех, кого выдвинули. Давайте закончим. По Москве и Санкт-Петербургу мы сейчас не будем совсем никого назначать. По тем регионам, в которых возникла конфликтная ситуация, тогда... Аркадий Владимирович, но по Уральскому округу не возникла конфликтная ситуация, мы же это видим. Есть позиция всех федераций, просто надо утвердить. Еще раз повторяю, у нас другой порядок принятия решения. С учетом мнения, мы учили мнение таким образом. Ну, что? У нас другой порядок принятия решения. У вас не написано в положении, что мы должны основываться на позиции федерации. Правильно? Но конфликт мы видим сегодня. Я сейчас не видел, что есть конфликт.
Ни у одного двух. Вот я услышал совсем другое. Не про одного двух. Я услышал другое. Очевидно, что внутри есть некий конфликт, который я до конца не понимаю. Какая самая тихая федерация? Да. У кого нет?